Министерство здравоохранения и социального развития совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, а также активистами и волонтерами вновь начали работу по предоставлению помощи пострадавшим в конфликте. Накануне первым рейсом было отправлено более 50 тонн продуктов первой необходимости, лекарства и средств гигиены. Желающие помочь могут подойти в любое время суток во дворец спорта имени Коджумкула. Добавим, что из Аксайского села в Аткенской области эвакуированы 389 семей. Из зоны конфликта переселены 1522 человека, из них 444 взрослые, 1078 – дети. Так как сама доставка помощи, организация доставки помощи очень должна быть так скоординирована, правильно, и, конечно же, она должна быть прозрачна. Сами волонтеры вместе с нами могут контролировать. Нужно иметь в виду, что есть люди, которые сейчас эвакуированы, живут в школах, в детских садах. Есть люди, которые живут у родных, близких, которым тоже очень тяжело. И поэтому эта помощь будет доставлена полномочное представительство Баткенской области. Там работает специальная комиссия, которая на местах будет правильно распределять помощь.